Не менее 4 человек погибли, более 30 пострадали в результате пожара в торговом центре в Казани. 14 человек отправлены в больницу. Под завалами также могут оставаться люди. Как сообщают российские СМИ, более 10 работников ТЦ по-прежнему не вышли на связь с родственниками. Торговый центр «Адмирал» загорелся днем в среду. Пожар начался в кафе на первом этаже. Позже огонь стремительно распространился на все трехэтажное здание, охватив площадь в 4000 квадратных метров. Рухнули перекрытия. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось около 9 часов. Как сообщается, утром в четверг спасатели продолжили разбирать завалы в поисках возможных жертв. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. То, как она дымится, видел охранник кафе, он же и вызвал пожарных. Также сообщается, что в этом торговом центре ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, и само кафе могло быть построено незаконно.